Похоже, эдемщики свозят пленников в центр Клык. Эти твари натаскивают на них судей. Мы должны им помешать. Так больше продолжаться не может. Вперед! Вижу врага. Я иду. Иду! Скажи, если что найдешь. Да мы вообще крутые. Здесь заживо.
тандемщики и... Отлично, помощник. Теперь секта не сможет дрессировать судей в центре Клык. Братья Фаулер будут рады вернуть свою собственность. То, что они... Кстати, узнай у местных. Может, кто в курсе, куда убежал медведь Чизбургер? Ничего, так они волчье логово обустроили, да? Развелось чужаков. А ну, свали! Эта хрень не сотрется. Сейчас или никогда. Я без понятия, где теперь запчасти доставать. Блин, хрен ототрешься. А, это ты. Хорошо, что мы спасли этих волков от эдемщиков. Теперь им ничто не грозит. Они отправили своих безумных волков на старую лесопилку, чтобы сторожить пленников. Тут у нас был медведь по имени Чизбургер. Он настоящая знаменитость. Обожает барбекю чеда. Но из-за диабета пришлось его посадить на диету. Даем только лосось. Эдемщики хотели его забрать, так что я его выпустил. Теперь он разбойничает на свободе. Надо бы его найти. Убедись, что с ним все хорошо. Поймай пару лососей по дороге. Скорми Чизбургеру лососей, и ты покоришь его сердце. Нас так просто не возьмешь, пусть не надеется. Божий промысел. Это когда на охоте. Это наш шанс. Тебе волчье логово. Если что, там припасов выше крыши. Выживальщики думают, что типа самые крутые. Я же не хвастаюсь, что делаю все сама. Что нашел? Меняю позицию. Пошла!
То, что надо. Лучший способ отдохнуть, разгрузить голову. Ты совсем с ума посходил. Не дают охотиться. Откуда этот звук? Слушай, говорят, чизбургеры видели около магазина стройматериалов Лимеро. Прихватил лосося. Почти прикончили. Почти. Меняю позицию. Я что-то вижу. Готовься. Иду в наступление! Эль потеряна! Они покойники! Ты трус! Держите подарок! Тачдаун!
прибыли! Меняю позицию. Случилось, не тушуйся. Мы выиграли. Иди к чизбургеру и дай ему лосося. Этот мохнатый малыш у тебя с рук есть будет, вот увидишь.
тебе? Говорят, тебе удалось найти чизбургера. Но значит, теперь ему ничего не грозит. Да, кстати, лучше не давай ему чизбургеров. У Мишки диабет. Противник где-то здесь. Найти его. Мешка с говном, понял? Подойди, говорю. Значит, ты убиваешь этих засранцев.
А чё ты такой мелкий? Ты зарегистрированный избиратель? А, хрен с ним. Мне нужна помощь другого рода. Перейдем к делу. Видишь эту груду разочарования? Он молится еще. Мой отпрыск. Хёрк младший. Тупой, как ведро для угля. Весь в мамку. Безмозглый сучонок похерил мой грузовик, Нэнси, названный в честь лучшей первой леди нашей прекрасной страны. Если либерасты узнают, что я о своих вещах позаботиться не могу, плакало мое место в Сенате. А раз уж ты на моей земле, и я тебя не убил, хотя любой американец при оружии имеет на это право, то ты у меня в долгу. Помоги недоумку вернуть грузовик, и я займусь подготовкой к выборам. Младший, тебе тут помочь хотят. Попробуй не просрать свой шанс. Эй, царь обезьян, хороший мой, ты здесь? Это я, Хёрк. Эй, Мига! Не, слушай, я же ничего не сказал про твой пол, правда? Я ж к тебе со всей душой. Просто я всех своих амиго называю чуваками и бро. И неважно, есть у них вагиталий или пенина, или... О-о-о! Дежавуду, чувак! Мы и часом не встречались? Черт, мои молитвы услышаны! Я достучался до славного царя обезьян, владыки небес! Ну, раз уж ты посланник царя обезьян на земле, ты наверняка в курсе, что я должен вернуть папане грузовик. Он прям рвет и мечет. Если я это сделаю, он пустит меня домой. Снаружи уже жесть, как холодно. Я молчу про бродяг, которые копаются в мусоре и грозят заразить меня болезнью Лайма. Идем, поможешь мне найти папин грузовик. Пошуршали, пока папаня не начал стрелять. Он сейчас как бочка с порохом. Выборы в Сенат его подкосили. Не создан он для этого дерьма. Знаешь, как он занят? Прям посрать некогда. Привет, ковбой! Очуметь! Я целый день молился. Просил царя обезьян, малыша Иисуса, даже святого Валентина подать мне знак, чувак. И они прислали тебя. Вот что я тебе скажу. Вернуть грузовик будет непросто. Он у святош. Ну, скажу честно, все началось, когда я решил стать одним из них. В смысле, это казалось мне хорошей идеей. В плане, у них есть пушки, еда, елочки. Признаюсь, ради этого я готов на все. В смысле, это было похоже на вечеринку, знаешь? Я им: «Эй, амигос, возьми ты меня к себе!» «Возьмем, говорят!» И давай перечислять свои правила. Не прелюбодействуй, ну то есть не трахайся. Алкоголь запрещен, вечеринки и все такое. Ну нахрен! Так что я свалил оттуда по добру, по здорову. Жаль только, папин грузовик забыл. С тех пор он злой как пес. И я должен вернуть тачку. Не парься на этот счет, чувак. У меня есть план из 9 пунктов. Первое. Нажремся в хлам. С этим я быстро справлюсь. Второе. Помолимся, чтобы кто-то решил за нас эту проблему. Готово. Третье. Блин, забыл. Вспомню по ходу дела. Черт, а ты умеешь слушать, Боба Фетт? Мой старик меня вообще не слушает. И не слышит. Мы с ним не особо ладим в последнее время. С тех пор, как папаня стал баллотироваться в Сенат, он мне никакой жизни не дает. Ухать на улице нельзя, пушками махать тоже, и все в таком духе. Но когда мы отожмем грузовик у святош, он будет рад до усрачки. Он будет меня обожать. А мамка будет обожать больше, чтобы перещеголять папаню. Он увидит, как она меня обожает, и станет обожать еще сильнее. А на день рождения и Рождество они совсем озвереют. Мы на месте. Шалма,
нас живет куча крутых ребят, которые не боятся ни крови, ни смерти. Как по мне, это странно. Бегу к пулемету! Пошел, пошел, пошел! Буду прикрывать! Я вижу цель! Переходим к пункту 4. Грузовик далеко внизу. Скорее всего, хорошо, там нас ждут эдемщики. Используем трос, бро. Спустимся на нем и нападем. Прекращай! Думаю, Иакову пора на тот свет. Выживальщики здесь лохи. Моя бабушка тоже. Ты права, Джен. Я иду. Ты
Они здесь. Иосиф позаботился о нас. Я совершенно точно что-то слышал. Нельзя говорить нажать курок. Нужно говорить спустить курок. Это же просто. Все спускают. Это наш шанс. В этот раз я точно слышал. Мы в... Будет в ярости, когда увидит дырки от пуль. Чувак, у нас беда. Доберись до холодильника и проверь, сколько банок звездюлей там осталось. А и пивка мне захвати. Блин, они не отвянут. Взгляните на это. Два сапога пара. Рад, что она цела. Вижу, помощник, ты держишь слово. Я тут поразмыслил, пока вы там бегали. Заправлять в Сенате слишком сложная работа. Мне не справиться одному. Так что мне будет нужен помощник, руководитель избирательного штаба. И ты идеально подходишь на эту должность. Вот тебе первое задание. Везде таскай за собой младшего. И чтоб я больше не слышал, как он молится царю обезьян. Второе задание. Надо подумать. Второе задание... ты получишь позже. Нужно только остановить... Тебе удалось ненадолго скрыться. Но стоит мне захотеть, и ты вернешься ко мне. Впрочем, можешь пока играть в свои игры. Я скажу тебе, когда будет пора домой. Только ты...
Ничего, я им устрою. Монтана снова станет великим штатом. Я знаю Монтану лучше всех. О, кого я вижу? Мой новый ассистент! Есть для тебя задание. Знаешь, что такое джерримендеринг? Ну, откуда тебе знать? Ты же простой гражданин Америки, как и я. В общем, это заумный мухлёж с избирательными районами. Как-то так. В общем, когда наступят выборы, может оказаться, что я провалился, потому что долбанные сектанты не стали голосовать за меня. О них что угодно можно болтать, но на выборы они ходят. Вот так и выходит. Чтобы выиграть, мне нужно вернуться в прошлое и так передвинуть избирательные районы, чтобы не учитывать сектантов. И это наводит на одну мысль. Вот если бы демщики просто не явились на выборы... Заметь, я не даю тебе никаких указаний, но... Решив эту проблему раз и навсегда, ты мне очень поможешь. Если ты понимаешь, о чем я. Конечно, я не приказываю тебе никого убивать. Это же противозаконно. Это ведь технически противозаконно, да? Но вот если бы тут стало чуть меньше сектантов, потому что они, ну, скажем, споткнулись и упали прямо на пули, а? Тогда у меня будет больше шансов. Район, о котором я толкую, находится на перекрестке возле той забегаловки, где подают гриль. Прихвати с собой моего отпрыска. Он, конечно, редкостный придурок, но стреляет метко. С идиота и взятки гладкие. Может, его даже за решетку не посадят, если он что натворит. Ну и какого хрена ты ждешь? Шевелись! Осторожно. Драбманы не любят сюрпризы. Они пугливые. Эй, подойди-ка. Значит, вы с Хёрком теперь работаете вместе. Он ездил по всему миру, но, кажется, не научился ничему. Разве что взрывать все, что не попадя. Если он опять начнет гнать про обезьяны взрывчатку, постарайся пропускать это мимо ушей.